Всем привет! К сожалению, сегодня в прямом эфире были неполадки, эфир не сохранился, поэтому решила записать для вас видео, и вы уже сможете его спокойно просмотреть. Сегодня хотела с вами поделиться небольшой радостью. На моем канале уже 10 тысяч подписчиков. Я очень этому рада. Спасибо вам большое, что вы на меня подписываетесь, что вы смотрите мои видео и также комментируете, особенно тем, кто делает мне замечания, потому что я хочу развиваться, хочу развивать свой канал. Моему каналу, кстати, уже 3 года. Многие, конечно, скажут, что 10 тысяч за 3 года – это не так уж и много, но было время, когда каналом я не занималась. Сейчас я уже занимаюсь вплотную, стараюсь для вас. Как вы видите, на моем канале стало появляться больше видео, качество видео улучшилось. Также я хочу дальше поработать со звуком. В дальнейшем хочу приобрести для себя небольшую такую петличку, чтобы можно было записывать мастер-класс со звуком, и звук был для вас приятный, и было хорошо меня слышно. Также у меня есть еще одна новость. Скоро на моем канале выйдет еще один мастер-класс. Это будет немножко новенький мастер-класс совместно с магазином Make Flowers. Данный магазин предоставил мне молды. Молды я вам сейчас хочу показать. Очень красивые, они такие просто, не знаю, на мой взгляд, просто невероятные. Очень хорошие прожилочки у них. Я, конечно же, уже попробовала, не смогла издержаться, не стала записывать никакой пока мастер-класс. Попробовала, но результатом я довольна. Прожилки получаются очень реалистичные и очень красиво. Поэтому я думаю, что данный мастер-класс будет интересен не только новичкам, но и тем, кто уже давно занимается фоамираном. Также мне предоставили вот такой вот вайнер. Здесь вот силиконовая часть и пластиковая часть. Сейчас вам покажу эти прожилочки. Очень-очень красивые они. Вот такие вот прожилки. В своем мастер-классе я вам подробно расскажу, как работать на этих молдах, что нужно делать, как окрашивать, чем окрашивать. Ну и, конечно же, поделюсь с вами ссылочками данного магазина. Там можно приобрести все необходимое для вашего рукоделия. И как вы, наверное, уже заметили, на моем канале появилось много зимних мастер-классов, как я их называю. Это вот такие вот новогодние поделки, и мне просто захотелось с вами поделиться частичкой своего тепла. Может быть, кто-нибудь тоже захочет сделать дома такое. Поэтому я думаю, что мастер-классы не сильно тяжелые. Я старалась как можно больше проще сделать, чтобы вы могли со своими детьми что-то сделать, что-то попробовать. Может быть, вам что-то понравится. Ну и на этом у меня все. Хочу вам пожелать всего самого хорошего, крепкого здоровья и с наступающими праздниками, с Новым годом и Рождеством. Всем пока-пока!